Доброго времени суток, продолжаем снимать обзор на готовую еду от Милти. Сегодня у нас куриная грудка с соусом из рукколы и вяленых томатов. Значит, по граммовке у нас порция 160 грамм стоит 250 рублей. Куриное филе в сочетании с соусом из рукколы и вяленых томатов передаст вам итальянское настроение. В порции у нас 482 килокалории, на 100 грамм продукта 17 грамм белка, 25 грамм жиров и 1,8 грамм углевода. Давайте посмотрим состав производителя. Состав у нас следующий. Филе куриной грудки, маринованное в пряностях. Такие, как смесь пряностей, не раскрыт какие, одна из них сельдерей. Соус из рукколы и вяленых томатов, состоящий из масла оливкового, рукколы, ядра, кеши, томат, вяленый, сушеные томаты. Масса подсолнечный, чеснок, винный, уксус, соль, лимон, экстра, аскорбиновая кислота и соль. Изготовитель у нас Милти, сделано город Москва, улица Рябиновая. Ну, как-то вот так. Давайте посмотрим. Вот так вот она выглядит. Попробуем в холодном виде, потом мишту разогреем. Вот соус навален. Курица выглядит, ну так, лично мне не очень аппетитно. Ну, давайте попробуем. Неплохая. В принципе, я считаю, наверное, даже греть будет хуже. Вот. В холодном виде все-таки, наверное, она будет поприятнее. Ну, кстати говоря, здесь что написано у вас по инструкции. Обычно пишут разогреть. Здесь этого нету. Значит, скорее всего, тоже так считаю, что холодное будет вкуснее. Ну, соус вкусный, неплохой, мясо нежное, филешка хорошая, неплохо, знаете, неплохо, но опять же, тут написано 160 грамм это всего или мясо имеется, то есть порция очень маленькая, вот, на мой взгляд, как бы 250 рублей за там, 160 грамм грудки, пусть будет, если 160, не считая упаковки, это дороговато. Но, если забить на цену, то действительно продукт вкусный. Но опять же, он ни хрена не диетический, потому что соусы, масла, орехи, калорийное все. Ну, вкусно, но второй раз я вряд ли возьму. В заключение хочу сказать, что я поставлю блюду 3 балла из 5, с натяжечкой даже двойка в уме. Потому что неплохой соус, съедобная курица, но ничего такого вау нет во вкусе. Как в некоторых других блюд от Милти. Вот. Ну, как бы 200 рублей за 160 грамм курицы. Такое себе. Мне она не сильно зашла, съедобная, но не вау. Поэтому не рекомендую. 3 балла из 5, если не считать цену, с ценой 2 балла из 5. На этом все. До новых встреч.